П'ятьох рятувальників, які ліквідували наслідки трагічної пожежі на Троїцькій, перевели до військового госпіталю. Четверо з них зазнали тяжких травм під час обвалу внутрішніх сходів будівлі. Коли конструкція обвалилася, вони були вже на третьому поверсі. Колеги кажуть, що таке на їхній пам'яті сталося вперше. П'ятий рятувальник зазнав травми голови, коли на нього з вікна вистрибнула студентка коледжу, завдяки чому залишилася живою. Коли випишуть пожежника, поки невідомо. Деяким може знадобитися хірургічне втручання. Як кажуть у госпіталі, постраждалі йдуть на поправку та забезпечені усіма необхідними ліками. Проте одесити можуть прийти і підтримати рятувальників чимось смачненьким. Дмитрий – это начальник пожарной части, который был в расчете, на которого упало обрушение лестничной клетки. У него ушиб сильный правой ноги. Вот сегодня будут делать УЗИ дополнительно, и, возможно, по показаниям УЗИ будет проведена операция. Вот потом Владимир, у него просто множественные ушибы тела. И забой поясницы вот будут решать, потому что там и производство травмы, которые набрались за 21 год служения на службе, и вот повреждения, которые когда на него упали эти камни, а он был еще с оборудованием, и баллон на нем был. Вот. И Станислав, вот этот тот, на которого упала девушка, и благодаря этому осталась жива, он с ушибом коры головного мозга находится в отделении нейрохирургии. Там он, конечно, будет находиться достаточное время, пока будут сейчас дополнительные исследования, и дальше буду следить за состоянием его здоровья. За свои 20 лет работы он первый раз такое видит, чтобы были пожары разные, большие, маленькие, но так, чтобы складывались в четырехэтажном здании полностью весь лестничный пролет, он вообще такой первый раз видит.